Ну, давайте мы начнем со следующего, что я вот сам себе не представляю, как можно сегодня, будучи чиновником или руководителем любого ранга, не исполнять указы президента. Ну, это нонсенс. Это смерти подобно для любого руководителя. И говоря о нашем случае, о том, что говорят средства массовой информации, то, знаете, Поклонская ответит за свое, если виновата в чем-то. Но меня интересует другой вопрос. А где сегодня руководители первого звена Белогорского района? Куда смотрела сегодня глава администрации? Куда смотрел сегодня председатель районного совета? Как? Где? Чего? Почему? Что способствовало вот этому всему? Я прекрасно знаю нашего военкома. Это прекрасный комиссар и человек своего дела. И просто удивлен, как можно сегодня, еще раз хочу задать тон этому вопросу, как можно сегодня плевать на указы президента, еще на те указы, которые касаются армии. Это просто нонсенс. Поэтому давайте посмотрим, что будет дальше в этом отношении. Но я бы начал, прежде всего, с руководителей Белогорского района. Именно в этом вопросе. Потому что они и поставлены руководителями района, чтобы блюсти за всем, за тем, что происходит. И за теми же указами президента. А президента мы всегда поддерживали и будем поддерживать.